успеть оказать помощь за первые 3 часа. Основная задача врачей в случаях инсульта у пациента. Научиться сработать быстро и грамотно в этот период медикам региона помогают столичные коллеги. В Самаре открылась 2-дневная всероссийская конференция для специалистов сосудистых центров. Впервые московские ведущие врачи проведут не только лекции, но и мастер-классы для самарских специалистов. В прошлом году в регионе переболело страшным заболеванием около 9 тысяч человек. 60% из них вернулись к нормальной жизни и работе. Наряду с этим в регионе появляются и новые первичные сосудистые отделения. Совсем недавно их было всего 4 на весь регион, а вот теперь уже 10. Здесь все специалисты, которые задействованы на этапах, их несколько этапов реабилитации, то есть восстановительного периода после перенесенного острого нарушения. Я думаю, что это, конечно же, незамедлительно скажется и на снижении смертности больных с инсультами, и самого главного, возвращение к труду.